Гляньте. Маленький Рус с мамой. Сыночка, красавица. Ой, я ее сниму, там мне тяжело держать вообще. Она тяжеленькая такая. Мама, это зайчик вот разница. 17 700 каструлей. Света. Покажи папе, что мы купили. Препятствия преодоления. Здрасте, куда мы прошли? Через вагон полезли? Прошли наконец. Идем дальше. Вкусно? Очень. Да, хорошо. Скажи, очень вкусно. Руслан, ты вкусно? Покажи апельсин. Верничка. Давайте по дырочкам разломаем. Давай. С носом сечет. 13. Потом будет что-то. Мама. Аппетит такой на апельсин, я тоже съела. Доченька, Вероника. Да. Руслан, можно вот тут съесть? Осторожно, у нас утро, потом не отстирай. Ручки помыть потом.
Вот топчик. Дома ты ж не лечишь его по дому. Даже надо одну пополам с мамой. Я знаю, что ты маме, да, все равно. Так смешно получилось, собственно. Бедный ребеночек, маленький. Все, ведь хватит. Дать платочек? Поставь. Дай платочек. Платочек. Полный рот. Четыре этажа! Четыре этажа! Она жена снимает! Красивая, любимая! Мои деточки! Мои? Спрячь туда! Не страшно! Давайте самослазь! Мы слазим с четырех этажа! Тихонечко, не росла за мной, она сказать идет. Она боится. Ой, ой! Уже туда и даже. Два. О, страшно. О, страшно. Два, вторые давайте снимем, давай. На ручку. Мама! Да-да, так классно! На маму смотри, мама снимай. Смотри на маму. На маму смотри. Сейчас к маме идем, мама снимай нас. Идем к маме, все. Идем к маме, потом по меня идем. Мама нас снимает. Все на месте, мама, мы идем на камеру. Смотрю камеру. Это два голубчика моих. О! В этом доме культуры я делал дискотеку. У нас еще не было малышей.